сил нет вообще. Хорошо то, что выиграли. Сокол принципиальный соперник, это дерби. Хоть мы там, я не знаю, сейчас на том, на втором месте. Хорошо то, что выиграли, это радует. Вы сегодня долго-долго пристреливались, много раз не попадали и тут попали. Вот какие эмоции были в тот момент? Да, я много не забывал. Моменты были в предыдущих играх. Бил, залетел по зоне. Я благодарен Богу за это. Для вас этот забитый гол имеет какой-то особое значение? Да как, хорошо то, что забил, помог команде. Все, я только рад. Спасибо.